Санаторий «Маяк», Нальчик. Архитектура – пример сталинского ампира. Примерно 30-й территория с аллеями. Много очень хвойных растений, ели, кипарисы. И есть свой бассейн. Очень красивая беседка на территории санатория. В том же стиле, что и основной корпус. И вот сейчас посмотрим бассейн, который стоит без воды, уже запущенный. Когда-то он очень был популярный. Сюда подавалась термальная вода высокой температуры, горячая вода. Он был круглогодичный. Вокруг шезлонги. Вот такой парк. Конечно, за всем надо ухаживать, даже за бассейном. Прекрасный замысел прямо у самого санатория. Как удобно. Внутренний интерьер санатория «Маяк». Вот такая главная лестница наверх. Она раздваивается после площадки. А вот здесь вот неожиданно пианино. Надо попробовать. Сталинский ампир. Вот такие колонны коринфские. Балкон изумительный, широкий. С балюстрадой. И здесь сверху вид на парк. Это все санаторий «Маяк». Былое величие советского периода. Сейчас посмотрим номер какой. Гулять или здесь будем? Да. Это все санаторий «Маяк». Вот сталинская архитектура с прекрасными светильниками, с карнизами. Вот длинный коридор, ковром покрытый. Такие номера. Нальчик. Это здание грязелечебницы. Тоже сталинский ампир. И вот такой громадный портик такой с двумя крыльями. Большой очень периметр. Все это разрушается, все закрыто. Нальчик, городской парк. Такие деревья разнообразные, аллеи хвойные. Много лиственных деревьев. Это внизу озеро. Плюсовая температура, снег уже тает. Сегодня 1 февраля. Идем вдоль озера. И вот на берегах вот такие кафе. Кафе. И кругом заготовки дров. Пахнет очень таким дымком еловым. Конечно, сейчас безлюдно здесь, но в хорошую погоду здесь очень много народу, очень много. Кавказская кухня, хачины, чебуреки. Шашлыки. Вот кафе «Арман». А мы идем в кафе «Куанч». Кафе «Куанч». Что значит «радость»?
вот на берегу этого озера. Кавказская кухня. Мы находимся в Нальчике, около озера, кафе «Ланч». Это кафе «Барашка». Вот такое интересное название «Барашка». Все в огнях, в дыму. Дым из камина. Дрова натуральные. Ой, какой колорит. Кавказский колорит настоящий. Запахи такие хорошие. Кафе «Барашка». Вот такой интерьер, живой огонь, дровами. Ой, какая прелесть. Запах такой. Ой, какое хорошее кафе, но все не объять и все не попробовать. В следующий раз.